Что касается мэра Ярославля, тут, видите ли, я лично этого человека не знаю, я не живу в Ярославле. Я ровно так же, как и большинство зрителей или слушателей, да, каких-то масс-медиа, могу судить об этом только лишь по картинке или по каким-то, так сказать, видеоматериалам, которые предоставляются. Но просто ничего личного. Мне просто не очень, честно говоря, симпатичен чисто внешне мэр Ярославля. Мне кажется, что его общая повадка, да, я его не знаю по-человечески, но его общая повадка все-таки, так сказать, сигнализирует о том, с точки зрения, знаете, такой практической психологии, что у человека, в общем-то, нечисто все это. Хотя допускаю, что, конечно, по таким вот исключительно внешним признакам, по каким-то манерам человека невозможно судить о том, чист он на руку или нет. На самом деле, время, на мой взгляд, покажет, но я все-таки на стороне тех людей, которые сегодня призывают провести честное, если возможно, расследование.